О, добро пожаловать в Супермасю 1914, с вами Макс Прайм, давайте за Египет, посмотрим, что там, я вроде бы уже напал, вроде у меня сейчас, как бы, увы, не крути, скоро начнем войну. Смотрите, что происходит. Срочно, блин, я говорю, нужно собирать войска, вот. Дальше мы... нам 100 лайк, потому что тут у нас не получается то, что разделяем по одному, усиливаем вторую атаку, он как бы из Африки, он еще лидер. Я ж специально это сделал, напал на как бы. Моя была цель с Турцией попытаться, но увы прошло делом. Смотрите, а Турция напала на Ипота. И этот будет воевать с ним, как помню, да? Смотрите, значит, один войск, 12 войск, тут усиливаем. Тут один войск. Войска. О, дальше, наверное, просто на куски захватим. Собирать будем армию, немножко так захватывать будем, или как? Я вот не в курсе моей тактики. Враг, Франция, Запад, и сообщение. Марокко, привет. Зачем хочешь нападать на Аравию? О, май гад. Как бы он лидер вашей организации, и мне страшно именно турки, и все. Египет ответил, как бы да, ну посмотрите на него, вроде бы что у меня получается. Не надо сам руку поставить. Этот еще. Ух ты, он захватил кусочек. Скоро даже на меня напали. Дается мне. Бывает, как бы я еще не напал, если честно. Чего он тут говорит, что я прям напал? Смотри, пока что все мирно. Еще даже не объявил войну, как бы. Если в принципе объявить, то у нас все закроется. Нужно сразу заходить на биржу. И сразу производство 1507 на 1500 дров. А я как бы уже все потратил. Что? Так, это все делает. Тогда одного солдата тоже бегут. Вот. Дальше мы объявляем войну, как. А Турция как бы добралась. Турция очень хорошо. Это все, я объявляю войну, как бы, да? Что тут? Осталось еще капли. Полчаса, и как бы мы уже захватили. Это было бы некрасиво. Поэтому мы как хитрые, мы объявим войну. То, что Турция. Ну, увы, такая игра. И как бы жаль. Ну, в принципе, есть еще у нас игры, можешь поиграть другие. Что же там захватывают все такое. Я, кстати, год играю в это, два года и больше играю в то, что это уже больше. Чтобы ролики надо было снять. О, теперь красный. У нас 16 войска, думаю, нужно пожалуйста, чтобы собраться и напасть. Это будет второй фланг потом, то есть первый фланг здесь, второй фланг здесь, потом воевать, как я понял, с Турцией, или же пока мы с ним. Нужно знать Турцию еще. Вон там соперника, а? 11, Турцию не вижу, Марокко 16, а он еще мне писал активно. Ага, понял. В общем-то, как играть за Египет,
Новая часть вышла, лайк.